Привет, народ, как дела? Это Джей, я Джей. И сегодня я дам вам несколько советов по освещению. Итак, несколько принципов, использованных в освещении этой сцены. Прямо сейчас вы видите, сцена совершенно переэкспонирована. Зернистая и совсем не кинематографичная. Так случается, когда вы используете доступный свет. Не грешите на камеру, все дело в освещении. Но я покажу вам несколько техник, которые улучшат ваш видеоматериал. Первая техника заключается в избавлении от белых или однотонных стен. Вам может помочь лампа или картины. Просто сделайте все, чтобы в кадре не было белых стен. Я использовал лампу, которая задает еще и настроение сцены и добавляет фону деталей, что приводит нас к технике номер два. Цель освещения заднего плана – сделать его интересным, но не привлечь к нему внимания. Вам не нужно, чтобы задник был освещен так, как это было в пересвеченной сцене. Последняя техника. Всегда устанавливайте ваш основной свет с противоположной от камеры стороны. Если вы поставите его с той же стороны, что и камера, картинка будет плоской, не имеющей глубины, без объема и без текстуры. И абсолютно не киношной. Вот так я осветил эту сцену. И если вы воспользуетесь этими техниками, я гарантирую вам, что ваш отснятый материал будет уже совсем другого уровня. Подытожим. Избегайте белых или однотонных стен. Освещайте задний план интересно, но не привлекая к нему внимания. И, освещая объект съемки, убедитесь, что свет установлен на противоположной от камеры стороне. Спасибо, что смотрите мои видео. Не забудьте подписаться. И если вам понравилось это видео, можете смело поделиться. И как говорит Арни, I'll be back. Через 2 недели. Не унывайте, ребята, и всего вам. Пока.